В Баку начала работу 5-я международная театральная конференция, проходящая в Азербайджанском государственном музыкальном театре конференция под названием «Театральная философия 21 века. Концепция существования» организована Министерством культуры совместно с Союзом театральных деятелей и Национальной академией наук Азербайджана. Приветствуя гостей, заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики администрации президента Фарах Алиева зачитала поздравительное послание президента Ильхама Алиева к участникам конференции. Выступивший на церемонии открытия конференции министр культуры Абульфаз Гараев рассказал о значении проводимой раз в два года в нашей стране конференции. Абульфаз Гараев сказал, что цель конференции – обсудить с театральными специалистами, прибывшими из различных стран мира, возможности современных театров и взаимосвязи, создать платформу для театра в обновляющемся в мире. Участие театральных деятелей из различных стран и проведение такого мероприятия в Баку вызывает у нас чувство гордости. На двухдневной конференции с участием всемирно известных деятелей театра и искусств, режиссеров, актеров, драматургов, сценаристов, руководителей Союза театральных деятелей ряда стран, известных театральных структур, а также директоров театров различных стран, будут заслужены доклады. В целом, вопросы, стоящие в повестке дня конференции, наряду с тем, что обеспечит прямое общение с театральными знатоками, а также будут способствовать установлению новых контактов. Севдача Фарова, Шакир Гурбанов, Гумбат Мамедов, Азертач.